спасение Шона Марса осталось пара часов. Должна же быть хоть одна зацепка. Наверняка у меня под носом. Мальчик умирает, а я топчусь на одном месте! Ну как, собрал свои шмотки? Не понимаю, о чем... Расследование окончено. Убийца найден. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Норман. Оседлай свои папки и дуй назад в Вашингтон. Честно скажу, скучать я не буду. Расследование не окончено. У вас нет улик против Марса? Марс виновен. Дело закрыто. Все равно это тебя не касается. Ты снят с дела. Собирайся и вали. Блейк, да ты долбанутый, сбрендивший психопат! Принимаю как комплимент. Честно говоря, мне на тебя наплевать. Я нашел мастера оригами. Все довольны, истории конец. Скатертью дорожка, Норман. Имя убийцы здесь, среди кучи данных. Надо его вычислить, найти, пока не поздно. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. РС было в режиме записи, когда я дрался с убийцей. Надо посмотреть запись. Меч был с самого начала в кабинете Пако. Он никак не связан с убийцей. Золотые часы. Где-то я такие уже видел. Часы, которые дарят всем, кто дослужился до лейтенанта. Убийца, коп! Пистолет убийца бросил в голубой лагуне. Надо бы пробить его по базе.
конфискован полицией 5 лет назад. Этот пистолет должен все еще быть в полиции. Кто мог его забрать? Только коп. Два чека с одной заправки. Возможно, убийца живет неподалеку. Нет, это нам ничего не дает. Убийца живет где-то здесь. В этом квартале 342 жителя. Так не пойдет. Нужно как-то сузить область поиска. Похоже, убийца полицейский. Картер Блейк. Это объяснит неудачи в расследовании и желание обвинить Итана Марса. Это коп. Но в обозначенной зоне живет только один коп. Попался. У него есть склад в порту. Если я ошибся, Шон Марс погиб. Прогоняй меня, Скотт, не хочу уезжать. Слушай, это всего-то на пару дней. Мне нужно покончить с этим. Я тоже хочу отомстить убийце сына. Иначе нельзя, Лорен. Верь мне. Погости несколько дней у матери, а я приеду, когда все кончится. Скажи мне, кто у мастера оригами? Я хочу знать, кто убил сына. Слушай. Вот закончу и расскажу тебе все, что знаю. Обещаю.
Да, быстро не бывает. Я бегом! Сейчас вернусь! Надо найти кого-нибудь! Вода поднимается! Джон захлебнется! Папа, надо привести папу! Только он может спасти Джона! Надо скорее бежать за помощью! Джон же утонет! Он утонет! Тут никого нет! Некого звать на помощь! Мама работает слишком далеко отсюда! А, выметайся отсюда, Кля. Отстань от меня. Идем за мной, пап. Идем. Джон утонет. Джон утонет. А, ну, так одним прожорливым ртом станет меньше. Шалон. Пап, пожалуйста. Джон утонет. Джон утонет, папа. Ты меня папа. Слышал? Он! Пожалуйста, пожалуйста, пап. Вытащи Джона. Я просил Джон, но он не слушает, не хочет идти. Не умирай, Джон, пожалуйста.